Знаете, тут есть заказы, и мне кажется, что эти заказы счастливо совпадают с тем, что вы планировали играть. Вот... Магия. Мельничная магия в действии прям. Да, абсолютно. Вот просит Волкодава. Такой, такой песни есть у нас. Давайте. Чувствуешь в воздухе нездешние отзвуки, увидишь сквозь морок лжи судьбы миражи, где руки сплетаются, где губы прощаются, и синий рассветный лед нас с неба зовет. Роса рассветная светлее светлого, а в ней живет поверье диких трав. У века каждого на зверя страшного найдется свой однажды волкодав. Найдется свой однажды дороги забыт. Дороги разбитые ложатся под стук копыт, и сердце спешит, и ветры попутные не связаны пудами, и утро не станет ждать, нельзя опоздать. Роса рассветная светлее светлого, в ней живет поверье. Севера, соцветием клевера, последней весны росток плетется в венок. Роса рассветная светлее светлого, в ней живет поверье диких трав. У века каждого зверя страшного найдется свой однажды волкодав. Роса рассветная, роса рассветная светлее светлого, в ней живет поверье. Это группа «Мельница» у нас в прямом эфире. Спасибо большое. Спасибо концерт большое. 20-чанного в стиле. «Серебряный дождь». Ну, одному ты точно не научилась. Точно рассчитывать хронометраж песен. Я терпеть не могу их обрезать, но автомат. В ноль идет автомат, сразу врубается. Мы никогда сами это не сделали, но это не страшно. Не страшно. Думаю, крещендо было просто. Это конечно.